Сегодня 17 августа 2019 года. Ночью прошел дождь, видимо, гроза. Поехали. У Сергея машина-то слабенькая. По асфальту только может ходить. Он выехал и тоже, прям тут же сразу, только сошел с щебенки в деревне, забуксовал. Не доехал даже до Саманного, мужской гостиницы. Я настаиваю, говорю, поехали, еще раз такое дело. Ну, туман, да, вот сегодня ничего с рыбалкой не получится. А я говорю, нет, это не годится. А что в машине-то, это, сыро-то так? Ну, я, окна открытые, машина стоит за оградой. Я говорю, знаешь, это беспечность, велосипед ты мог завести. Ну, начал я его за это дело щуняю. Щуняю-то, подталкиваю, упрекаю, толкаю. Сибирское выражение. Ну, я говорю, поехали. Да нам не обязательно переезжать первый мостик, а там сейчас машина никакая не пройдет, все расквасило. Песок не успел привезти. Ну, согласился, правда, опять сюда развернул. Поехали. И вот, доехали до первого мостика. До первого. А там же это... разрешение, вот. Я говорю, давай-ка мы это... машину здесь оставим. Ну, не видно я ее. Вот мы ее оставили. И она была в низинке, и гляжу, там протоптана канавка, выпустить воду, как мы делаем. О, не мы первые. Подними машину повыше, чтобы видно было. Я отсюда буду наблюдать, когда вы будете там. А тут видно, что вот туман. В тумане деревня-то. Уже не разберешь, где что. Где храм. Ну, испарение от земли. А вчера-то мы тут поставили два знака, чтобы по плотине ехали не больше 5 километров. Где-то здесь знак стоит. Я не найду его. А вот как найду деревья, около деревьев, вот здесь вот где-то. А вот он знак. Ну, обратной стороной, при въезде в деревню, из деревни, тут рядом вот тоже знак. Утки пришли сейчас сюда, всякие плавают. А вчерашнюю пойманную утку так и не мог определить. Потому что рядом я ее не видел. Ну, похоже, шелохвостик. Вот они, братья, все, доехали, лодку на себе пронесли. Я говорю, посмотри фильм «Ермак». Вот там Степанов играет его. Как они эти струги, это не маленькие какие-то шитики, катера. Они на себе несли их. Через лес, через горы, через перевалы, где мешали деревья, убирали. Русский народ тем и известен был. Не сидел на месте-то, дошли до Дальнего Востока. Едешь на машине-то, и то конца края не видать. Это вообще Хабаров как шел. Ну и согласились. Я говорю, да, я буду облегчать немножко. Весла взял, ведро. Вот они здесь уже. Ну, они за мной лодку наплели. Кого лодка-то дадут, и она двухместная. Все, пошли, доехали, дошли. Все. Раннее хорошее утро. Тут вчера приехала Алена с дочкой из Барнаула. Вот это вот роща называлась Новозоринская. Колхоз назывался Потеряевка, поселок, а колхоз Новая Заря. И вот это вот здесь место тоже называлось Новозоринский. Оно по бригадам называлось, по-разному. Новая Заря. Тут я считал 12, 13, 15 гнезд гращиных на одной березе. В 98 году сожгли эту рощу. Осталось вот кое-что немножко. Тут празднества были колхозные. Здесь именно собирались из деревни. Все это официально. Что посевная кончилась благополучно.
Сейчас ничего этого нету здесь. Вот он. Это лага после потопа остались. Здесь вот шумела вода, где я стою. Километры воды были. Все. И вот где стоят кусты. Вот они в воде, кусты. Здесь кусты. Дальше в воде кусты. Вот. Кусты. Это все было на сухом. Полуостров этот всплыл. Сейчас остров получился. Все. Сеть из воды поднимают, и руки как будто молятся. Это далеко, на самое дальнее приближение. Текут войска, туда простерта Ленина рука. Но Бог отрубит дерзостную руку. Отправит деспота. Не в жизнь, а в муку. Долго выбирают. Отсюда получается, что может быть там и рыба есть. Приближаются рыбаки. Разузнаемся сейчас, что так долго было. Похоже, на второй сети ничего и не было. Тащи. Все, я это возьму. Маленько есть тоже. На ту сеть 5 штук попалось. А? Вон на ту сеть 5 штук попалось всего. Ну, 5 штук? Да. Так на эту больше? На эту больше, да. Я наоборот думал. Ну давайте туда, поднимайтесь выше. Поднимайтесь, тащите. Я с веслами тут вожусь. Давайте. А ну-ка посчитайте, сколько. Каждый про себя свое считай. У меня 9. У тебя сколько? 18. 27. 20. Ну да. Не густо сегодня. Двадцать семь.
Вот видите как. Вот посмотри машину, где поставили. У нее видно даже нижнюю часть колес видать. Диски. Смотри. А рядом там коров пасут сегодня. Вот, не надо на рыбалку, надо. Сколько увидали мы. Ну, а до первого там мостика тут не так далеко совсем. Это вам. Давай. Господи, благодарим Тебя за милость Твою, за это прекрасное утро и новый день. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. 27-то они на дороге не валяются. А мы не по этой дороге шли-то, вот сюда, направо, правее. Или ничего? А, все понял. То есть, сделал основу упор на голову, да? Вот, отрыбачили. Идут домой, мои друзья. Вот сухое здесь все в Руси. Сегодня водичка набралась. Видать, ночью неплохой дождь прошел. У нас везде покрашено под российский флаг. Вот это вот верхнее. Точно так же. Вот иду вслед своих братьев, а тут вот хатка. Ну, видать, эти андаторы, не бобры. Бобры из сучков делают, он не будет из камыша делать. Вот тут все солончаковое. Машина тут уже не вылезет ни под каким видом. То поднимаемся здесь на взгорье. Вот и машина стоит. Закончилось все. 27 карасиков поймали. На, в сумочку залезь сам. Все тут надо. Ключи от машины отдают мне, чтобы когда утону, да хоть ключи остались. Нашел? Все? Сумочку мне отдашь потом? А кто пасет-то там? Видно, что не Степа. А кто пасет, я не пойму. А ну-ка посмотрите. У вас же камера, приблизьте. Кто? У вас камера, приблизьте его. Я приблизился, ничего не видно. Я тоже не видно. Ну погнать туда дальше, это далеко гоняет хорошо Никита.
Остальные побоязливее. Так, ноги хорошо обтирать надо. И сейчас по малой выезжать. А что значит по малой? Не торопись. Медленно-медленно развернешься здесь сейчас по траве. По траве разворачивайся. Не заезжая при развороте на эту... Ну, где травы нету. Постарайся, вот видишь, она какая широкая здесь. Вот особенно в этом месте она широкая. Глянь. Вот рядом здесь вот. Тут же прямо сдай, вперед, опять назад и опять вдоль этой трассы. Если застрянешь, то это не в похвалу нам будет. Это первый мостик. Это вот ну, межевые какие-то столбы ставят, там что-то под них закапывают. Вокруг обкопано вот. Ну, коршун иногда на нем залазит. Тут милиционер был, подполковник. Ну, все пьяный был. Вот смотри, сколько бульдозера здесь рыли. Куда они земли девали? А вот туда вон они нагребали ее. Дальше эта трасса пошла. Видишь, вокруг вот это они весь бугор срезали. Здесь брать-то нечего. А земли-то надо было много. Прямо вон туда шла она. Это уже трубы железные, это железобетонные лежали. Но перестройкой все перестроило. Вот это лага после потопа остались. Вот и едем сейчас, как одним колесом вот между рядами, где колеса идут до этого, трава чтобы была, и на другое тоже. И потихонечку, глядишь, и добарабаемся. Вот она как. Вот такое дело. Не вижу ничего. То ли видит тебя, то ли не видит. Да видно. Не скатывайся, смотри. Посередке держи колесо. Туман уходит. Дальше Томогориха или лагерный пруд. О, там посреди стоят банки, ловят рыбу.